Так, всем привет, снимаем обзор на 75-ку, вот наш ведущий тракторист нашего колхоза. Так, расскажите нам, пожалуйста, как вы добились такой популярности у нас на канале? Уметь надо. Да? Да. Так, ну, 75-ку видели, мы не снимали обзор на нее. Сейчас фильтр поменял ты на пускач. Ходовая есть подубитая, но его с чермета собирали. Движок, я уже говорил, какой. Отвал хотели бульдозер сделать, но так руки не дошли. Я нашел балку. А что балку? Балку надо ставить под отвал. Отвала нет. 50 тысяч. Вот. Уже, ну-ка, Игорек, светом давай, моргни. Давай, залази. Зажигание включай. Сейчас еще и кабину будем снимать. Так. О, светит! То есть в ночную смену можно хреначить на. Ну-ка, опускать. Ну-ка еще раз. Охренеть. Ты его прикрутил нормально? Это выключи, блядь. Да это я его попросил включить. Ага. Ну, а аккумулятор не сядет, он уже туда поставил зарядку, додумался. Говорит, что-то здесь идет красный провод сюда. О, говорит, и панель приборов вся загорелась. Ладно, сейчас залезу даже. Покажу, что там. В один видео не буду ничего. Вот так вот сделали, Игорек. Только масса, видишь, она на одном болтике прихватить или что там. Ну да, а я ему ничего не покупал, он как был, так все и поставил. Это пассажирское кресло, наверное, для этого. Хромоножки Соколовской, да? Ага, коробочка. Игорек путался в этих передачках. Сидит, вспотел, как эта мышь серая. И за что дергать, и не знаю. Вот первый раз, ладно, потом я каждый день бы на ней работал. Так, вот такой вид. Вы идите, морда нашего канала. Так, ну что, кабину сняли. Фракцион у нас один, мозги парят. Ну, закрывай, сейчас навеску сниму. Все комплектное, единственное, что за него денег, если его продавать, никто не дает. Жалко. Продавать-то жалко, да. А что его держать, если он раз в год заводится? И то, если эти черметчики приедут за черметом к нам в деревню. Да, кроме теперь, как его в чермет сдать, нет никакого смысла. То есть черметчики за 20-21 рубль за килограмм, 7 тонн, 140-150 тысяч. Я сомневаюсь, что я смогу его продать за 150 тысяч, как бы, человеку. Ну, не знаю. Пока есть возможность, будем держать. Ладно. Сейчас. Двигатель. Показывали мы в прошлый раз. Ну, говорили, что это комбайн. Простой такой же. Только турбина здесь по-другому как бы стоит. Ладно, кому что надо, пишите, комментируйте. Снимем, покажем. Так, общеобразовательное видео для канала. Да, еще, если его бульдозером делать, ходоуменьшитель ставить. Ну, я смотрел, 25 тысяч можно ходоуменьшитель. Там 3-5 тысяч. Кардан, все это можно сделать, вопросов нету. Но ходовая. Самый большой вопрос — это ходовая. Потому что если ее перебирать и траки менять, это все становится не экономически невыгодно.